любителей красоты. Это для любителей. Буду. Возьми просто это, один раз оттолкнись и подожми ноги слегка. А, вот так? Да.
Он... Вот эти были. Ножки. Ножки. Четыре бери. Хотя можно покреативить, Борь. Бери четыре, но можно покреативить. Ну, три взять. Или пять. Прикрутить пять или шесть ножек. А смотри, какие есть позитивненькие. Синенькие. Сильно тяжелая? Было уже так тепло, просто вообще было классно. А потом, как начался мороз, и вчера было минус 7, сегодня минус 2, и это ужасно. Видите, я как со съемочной площадки. Нет, Ру, в любимых теплых штанах.
Я очень хотела на работу новую чашку. У меня белоснежная. А здесь вода какая-то такая, что вот здесь вот все остается потом коричневое. Поэтому я купила серую. Не знаю, мне очень нравится этот цвет. У нас есть пара тарелок таких круглых, прямоугольных в таком цвете. Какой-то он очень классный. Это коврик в ванну. Наш пришел в негодность, и я купила новый. Не очень угадали мы с цветом. Он такой слегка коричневатый здесь. Но ничего, будет. Будет что поменять потом. Вот если положить на серый диван, то видно немножко здесь, что здесь такой более холодный оттенок, а здесь покоричневее как-то. Еще как только Кея выпустила коллекцию вот в этом цвете, мне она очень понравилась. И ну, мы сегодня купили две такие тарелочки и две такие мисочки для супа, супницы. Вот там еще одна. Это постель я купила себе. У меня была такая серая, это такая голубоватая. В более холодном оттенке. Очень нравится мне качество, такое приятное к телу. И в общем, что-то мне захотелось каких-то тактильных новых ощущений. Вот, купила постель. Почему-то не люблю светлую. У меня есть одна такая в клеточку, в темно-синюю с бежевым, тоже из Икеи. Ну вот. А, и есть такая белая, в какой-то цветочек, не цветочек, бордовый, мелкий, с мелким рисунком. Ну вот, два темных комплекта, один светлый. Хорошо будет. И губочки из Икеи, все девочки их знают, они очень удобные. С одной стороны, какие-то такие пружинистые. С другой стороны, более войлочные. Ну, мне они очень нравятся периодически. Как бываю в Икее, специально не езжу, но как бываю, то обязательно покупаю. Вот как это выглядит. Надо поотклеивать эти наклеечки. Прикольные такие банки, как из аптеки. О, это желтый маркер из Муджи. Слушай, а если мы все же попробуем тумбочку немножко подвинуть сюда?